Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 января, день Феоктиста и Зосимы. Преподобный Феоктист основал монастырь, где жили греческие монахи, бежавшие от иконоборства. Преподобный мученик Зосима вел отшельническую жизнь в пустыне. Его предали мучениям за веру Христова, а раскаленным железом сожгли уши, повесили за ноги вниз головою и иным пыткам. Чудесным образом он был избавлен от смерти. Во время его мучений пришел из пустыни лев и заговорил человеческим голосом. При виде этого чуда он был отпущен. Это последний день рождественских святок. В старину на Руси сегодня старались завершить все посиделки и развлечения. Заканчивались и девичьи гадания. Наступало время трудовых будней и строгости нравов. Верили, что на Зосиму и Феоктиста нечистая сила уходит в свои владения, покидает мир живых и напоследок старается как можно больше навредить людям. Чтобы избежать подобного, проводили многочисленные обряды. Например, выгоняли черта из села. Для этого человек, житель деревни, наряжался чертом, его палками изгоняли вон. Потом разводили костер, и каждый старался перепрыгнуть через него. Так можно было заручиться поддержкой высших сил и получить счастье и здоровье. Приметы. Алая заря сегодня к ветреной погоде. И если на этот день выпадает полнолуние, стоит ясная погода, весной будет сильное половодье. Если на деревьях лежит много снега, у пчеловодов будет удачный год на сбор меда. Если небо безоблачное, сильные морозы будут стоять долго. Тем, кто сегодня собирался в дорогу, зашивали воротник цветок чертополоха. Это служило защитой от порчи. Если сегодня загадать желание, а вечером выйти на улицу и увидеть ковш большой медведицы на небе справа, желание сбудется. Если справа окажется Млечный Путь, для девушки это к замужеству. Если сегодня с иконы обойдут вокруг дома, проговаривая молитву, то из него уйдут злые силы, вводящие в грех. До окончания обряда никого не упускают в дом и с домочадцами не разговаривают. Сегодня мы приготовим один из рецептов очень вкусного, полезного и целебного супа. Суп у нас будет овощной с проросшей пшеницей. Должен быть вкусным. Могу уже начинать? Ну подожди, постой, это Танюша. Дело в том, что очень важно перед тем, как мы готовим пищу, получить благословение и прочитать молитву благодарственную для того, чтобы наше блюдо было наиболее и вкусным, и целебным. Оказывается, есть такая, ну, говорит, байка. Легенда. Да, вернее, говорит, легенда. Еще она пошла с Киевской Руси. Приехал однажды князь в Киево-Печорскую лавру к преподобному Феодосию. Вот, откушал кушанья у него различные. Так они ему понравились. Вот даже зачитаю, значит. Князь говорит преподобному: ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми благами мира, но такой вкусной пищи, как у тебя, я не вкушал. Почему? Открой секрет. И преподобный Феодосий как раз отвечает, что говорит: да, у тебя там готовят рабы твои кушанья, оно, значит, вроде бы дорогое, они там варят, но что они делают? Они перед тем, как приготовят, кто пойдет готовить, кто пойдет не готовить, ругается раз, значит, когда готовят пищу, бронятся два, разжигают огонь, бронятся там три, и все у них получается подневольно. А у меня же совсем наоборот. Надумала братья готовить пищу, вот как раз смотрите, как отвечал блаженный Феодосий. Если, благий владыка, ты хочешь знать, почему это, послушай, я тебе скажу, когда наши братья собираются варить горячую пищу, и как раз мы собираемся варить горячую пищу, или печь хлебы, хлеб очень сильно в себя убирает информацию, они соблюдают такой порядок. Прежде всего приходит инок к игумену и берет у него благословение. Потом
поклонившись перед святым алтарем три раза до земли. Зажигает свечу от алтаря, и этим огнем зажигает трава. Видишь, от алтаря зажигается, что интересно. Зажигается, значит, огонь в поварне или в хлебне. А когда нужно вливать воду в котел, инок говорит старшему: благослови отче. То есть, вот у нас водица, надо обязательно к ней отнестись с любовью, с благодарностью, ну, мысленно хотя бы. Она питает эту информацию. Раз. Ну тогда переведя на сегодняшнее, не то чтобы время, а на сегодняшнюю ситуацию, так как мы не в церкви, у нас нет алтаря, от которого мы будем зажигать огонь, у нас электрическая плита. Я думаю, перед началом еды тогда можно прочитать одну из ярких, коротких молитв. Насколько я знаю, если время до полудня, то имеет смысл произносить «Господи, спаси и сохрани». Если время после полудня, нужно обращаться к Богородице, Пресвятая Богородица, помилуй меня грешную. Ну и грешного. Не, там несколько иная молитва. Значит, как ты говорила, первая молитва? «Господи, спаси и сохрани». Да, «Господи, спаси и сохрани». Этого достаточно. Тогда я поставлю воду. Все, ставим уже воду. Чтобы она начала, воду мы уже обработали. И вот когда мы вообще с вами говорим о приготовлении пищи, для того, чтобы она была и вкусная, и самое главное, целебная, первым делом надо, естественно, помолиться. Молитва простая. Вот. Еще в Библии сказано, что прежде было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Богом самим. Вот. Поэтому вибрации, которые вокруг нас витают, они пронизывают всю воду, пищу. И тем самым, если они хорошие, они, естественно, нас будут делать более сильными, более молодыми, более здоровыми. Если же они какие-то разрушительные, мы о чем-то там думаем, или еще механически режем овощи, а овощи как раз, смотрите, они состоят из воды. Там, или там, ну, хлеб уже никто не печет. Вот. Кстати, картошку там режем и так далее. Давайте, вот. Картошка. Кстати, а стоит ли чистить картошку, так как мы с вами готовим целебный наш супик, для того, чтобы он был по-настоящему целебный, я видел, что ты хорошенько все это помыла. Вот, самое важное помыть. Дело в том, что в кожуре картошки содержатся такие микроэлементы, которых нет в середине. Поэтому моем и просто-напросто режем. Режем. Геннадьевич, я когда оказалась в Америке, первый раз в жизни была ребенком по обмену, значит, для студентов, я когда увидела, что в их супах картошка с кожурой, я обомлела. Мне казалось, что это за люди, эти самые американцы. А смысл, оказывается, есть. Но смотрите, да. Вот конкретно на этой картофелине, вот я вижу, мне вот местечко не нравится, я его срежу. Срезаю. Срежу, без зазрения совести. Вот. Это можно срезать. Все остальное мы просто-напросто нарезаем. Да. Я беру досточку, и вот это его. Мне не нравится. И вот это. Тогда вы режьте, а я ее убрала. Хорошо. С нее то, что мне не нравится. Мне кажется, нам будет достаточно даже одной картофелины, да? Я думаю, две. Так как мы готовим особый такой картофельный супчик, поэтому лучше всего порезать две картофелины. А вы знаете... И при этом... И придумать... Ага. Да, думать о хорошем. Так вот, когда мы думаем о хорошем, когда мы помолились, то тем самым мы закладываем вибрации, частоты, информацию о том, чтобы это блюдо было особенно полезно нам, было особенно полезно нашей семье. Более того, хозяйка, которая хочет, чтобы ее семья была дружная, чтобы ее семья... ну, говорить, надолго сохранила здоровье, и муж верность, должна все это делать еще с различными там, ну, как бы сказать, вот вкладываем различные информации. А какие, например? Да, да. Вот, вот очень интересно. Давай-ка здесь порежем. Ну, уже, компьютер там буду смотреть. Еще. Да. Какие, например? Например, я режу картошечку с мыслями, что моя Талечка была мне верной, любимой, что я ей делаю так, эту картошечку, что значит, у нее были там бровки,
Такие красивые, глазки блестящие, ноготки. Значит, зубки крепкие. Да, зубки крепкие, вот, чтобы она меня любила, как я готовлю пищу для нее с любовью, так и она, чтобы откликалась на, значит, я поняла, на мальчик. Да. Ну, вот. Это прям приворотик даже, ну добрый. Я бы не сказал, что это приворотик, но это вот такие благие пожелания для того, чтобы семья была дружная, здоровая, и ни муж, ни жена никуда не ходили далеко. Вот сюда еще. А я вспоминаю свое образование первое лингвистическое, и, конечно, я вам могу сказать, что у звука есть волна, то есть у звука есть вибрация, поэтому молитва на воду, ну, она уже доказана, доказана учеными, что молитва структурирует воду и делает из мертвой воду живую. Еще важно, что мы вкладываем в понятие мертвая вода, что вкладываем в понятие живая вода. Это различные виды, конечно, воды, но тем не менее, когда мы с вами молимся, когда мы с вами закладываем какую-то информацию, тем самым мы что еще делаем? Вот эта вот водица, она становится, приобретает особую структуру. Структура такая благородная, в виде там звездочек таких вот гармоничных. И поэтому, в первую очередь, что такое еда? Еда – это, прежде всего, восстановление структуры нашего организма, потому что он в основном состоит из воды, примерно на 80-70%. И в зависимости от того, какая вода будет, если кристаллы воды будут чистые, такие гармоничные, энергетика возрастает. Многие люди не понимают, от чего у тех или других людей могут быть экстрасенсорные способности, особенно значит, такие, когда человек там не обращается к там, подсустороннему миру или еще какому-то, а он сам как бриллиант становится таким мощным из-за того, что у него благие намерения, благие мысли. Вода становится красивой, кристаллы воды. И эти кристаллы гораздо мощнее могут принимать, трансформировать и передавать энергию. То есть только раз, новый поступ, хоп, и ты его чувствуешь. Я перевожу для себя, что люди, которые стремятся, интересуются всякими экстрасенсорными вопросами, имеют смысл, им имеет смысл начинать с себя? Конечно, все начинается с себя для того, чтобы все это приобрести. Эти лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная, поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятные неконтролируемые всплески раздражений и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи, появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разгрузочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. Четвертые лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости.
с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте.